Всем привет! Ну что, ребят, сегодня попробуем пройти подземочку 6.1 и посмотрим на волну АА. Немножко я героев подкачал, попробуем что-то сделать. Ну, конечно, мы с такой расстановкой, как у меня, ничего не сделаем без забора, но все-таки хочется попробовать ее пройти именно таким составом. Так. Давайте начнем с волны. Ворожей у нас собран. Только мы ему сейчас поставим вот так. Дальше у нас вместо Минотавра будет Анубис. Так, мы ему поставим вот так. Фрея. Точнее, Купидон. Вместо Купидона кого мы поставим? Афину. Так, тыковка. Вместо тыковки ставим Бигфута. Сейчас мы ему руны поставим какие-то. Вот. Сожживой пусть будет. Так, хранитель. Вместо хранителя поставим стрелка. Вот такая вот сборка героев будет у нас. Поехали, попробуем. Затащить что-то. Так, волна АА. Первая попытка. Самое главное, чтобы у нас Атлант не включился. А то как только он включается, все, мы сразу ливаем. Так, ну вроде первая волна удачно, уже результат. Смотрим дальше. Атлант включился. Все, наши герои просто поимели. Опять Атлант включился, ну. Жесть просто. Просто об него слились все герои. Вот вам самая имба. Так, хорошо, давайте сделаем вот так. Используем тотем, поставим сюда нашего Ару. Ну, конечно, толку от этого никакого, но почему нет? Поехали, давайте второй заходик. Уже вторую волну почти проходим. Я не хочу там делать сейчас расстановку, расставлять. Вот видите, все. Сразу же моментально на Атланте слились. Интересно вот так вот понубить немножко. Попробовать затащить. Нереально просто. Просто Атлант имеет и все. Все, разбили все здания. Давайте еще разок. Конечно, скоро мы подкачаем немножко героев, это будет все налегке проходиться. Ну и расстановка очень много играет, видите. Но будем пытаться. Не хватает немножко урона на Атланта. Самая основная проблема — это Атлант у нас. Возможно, если у нас будет Анубис с воодушевлением, он будет получше, конечно, включаться, чем все остальные. Так, ну, последняя попытка. Вот видите, чуть-чуть не хватает урона. Вроде казалось бы, все круто. Фрея даже слилась.
Вот сейчас неплохо, неплохо. Вот даже, ребята, даже затащили АА2. Уже плюс. Да, вот тут вот. Ничего себе. Да ладно, почти АА3 затащили. Хорошо. Хорошо, ладненько. Резаем героев. Идем пробовать. Кошмарочки дальше. Так, ворожей оставляем. Убираем, ставим Купидона нашего. Так, есть. Вместо стрелка у нас будет хранитель. Рэй оставляем. Анубис остается. Так, вместо Афины ставим тыковку. Так, на Анубиса вместо него поставим нового питомца. А этого поставим на место ангела поставим. Ну, и пусть будет так. Попробуем без Рудольфа. Так, магия. Магия у нас скоро уже будет 5 уровня вся. Так, не хватает нам золота, ладно. Сейчас мы нафармим. Также надо на сейчас нам надо юнитов, гильдейскую магию взять. Кто смотрел прохождение 5.10, я после нее пробовал 6.1, мы там героев всех слили. Но там настолько урона много, что нас просто поимели. Так, есть. Давайте побольше юнитов наймем. Тут надо уже тотемы обезвреживать. Так, кельдийская магия. Обязательно ее используйте, если у вас проблемы с прохождением. Герои очень быстро проседают, например. Не стесняйтесь, ребята. Так, 6-1. Будем стартовать отсюда, снизу. Раз, два. Начиная с Анубиса всех кинули. Морозим и спамим по максимуму. Так, не знаю, что там, но вот как-то ребята вот так вот пока очень плохо у нас. А я и тут им и не обезвредил. Вот я на бас. Ладно, надеюсь, это нам не помешает. Называется, набрал юнитов. Так, не проседать. Ворожей, отхил, 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 отхил. Да, сейчас мы тут можем просто попасть на пару тотемов сразу и все. Жопа нам будет, ребят. Так, ворожей, хорош. Самое главное, чтобы тыковка не просела сейчас. 30%. Дальше будут жесткие тотемы вверху. Я не знаю, что сейчас будет. Так, тыква вроде осталась здесь. Это хорошо. 34%. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 42. Так, не проседать, не проседать. Самое главное, чтобы все тут и мы шли на Анубиса. Так, 43. Ворожей, эй. Ну-ну-ну-ну-ну.
47, ребят. Ну все, это 100% мы пройдем эту подземочку на минимум на 2 звезды. Так, хорош, 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 хорош. Ты ковкодала разгончик. Смотрите, вот сейчас вообще супер. Благодаря этому питомцу мы просто налегке, ребята, я вам скажу, налегке мы не обезвреживали тотемы даже. Это очень большая проблема на этой подземке, их надо сразу обезвреживать. Но сами видите. На 3 звезды, ребят, на 3. Просто изи. Да, вот так вот. Налегке. Просто жесть. Ну все, ждите 6.10 скоро. Подписывайтесь на канал, ребят, ставьте лайки, делайте репостики, пишите комменты. Комменты я стараюсь в большинстве читать. Бомбите, многих бомбит, начиная там, вот, и то ты неправильно магию используешь, ребят. Я использую магию так, как я считаю нужным, и у меня не было бы там 840 огоньков в подземках уже давным-давно. Из-за того, что герои, вот тыква, 20 уровень всего. Всего 20 уровень. Жизни 50 тысяч, это тоже благодаря скину. Ее просто с одной тычки возвраткой убивают. Все, ребят, это однозначно большая победа и лайк. Мы добрались и начали фармить шестые кошмарки фактически за там 2 недели. Это просто жесть. Вот это китайка. Все, всем пока.